Привет, друзья. Вот мы уже в машинке. Счастливчики, багаж забрали. Все, едем в наш отель. Это Малинди. Сейчас вам покажу кусочки такие Малинди. В прошлый раз тоже немножко показывали, когда из ЦАУ уехали. Мы показывали Малинди, а потом приехали в Батаму в наш отель Завади Резиденс. Сейчас у нас другой отель, потому что Завади хозяйка итальянка продала. Ну, у нас другой отель, другая сторона океана, другая сторона пляжа. Прям я загнула, другая сторона океана. Ну, в общем, все будем показывать, рассказывать. Сейчас пока мчимся сквозь Малинди. Друзья мои, вот мы уже в отеле. Вот, напиточки есть. И такой вот приличный пес, симпатичный. Класс, смотрите. Отель называется Мбави Лоджи. И, кстати, машинка нас завезла, и охранник закрыл ворота, а потом уже выпустил их. Так что, ну, все правильно, безопасность. Безопасность – это превыше всего. Все, уже ведут нас в номер. Посмотрим сейчас, что за номер такой. Был прикол, регистрировались, мне говорят, ну да, у вас 8 ночей, но 7 ночей вы здесь, а 8, когда перед отъездом вы поедете к нашим друзьям в отель, оттуда уедете. Мы такие, ни хрена. Позвали хозяина и Джастина, он сказал, ну ладно, ладно, все. Ну, посмотрим еще, конечно, ну, что это за тема такая. Типа, оплатили за 8 ночей, и будете там, а потом там. О, мы еще на втором этаже. А, кто-то, думаю, девочки нам хотели помочь. Они такие, давайте мы вам ваш чемодан поможем. Я такая, ну давайте. Давай, не, ну слушайте, может там прикольно на веранде, кстати, смотреть. Интересно. Ну, пока еще мало понимаем, естественно. Посмотри. В отеле. Ух ты, вообще красотка. Да, чаевушку надо будет дать, конечно. Вот, так, знаете, когда первый раз в отеле, вы обязательно все путаете. Так что, не знаю. Ну да, мы же не знаем еще ничего. Вот. За мной уже такая вот длинная китайская лестница. Ух ты. А мы где будем жить? Мы Фунзи, ага. Ага, тут Киваю рядом. А это, по-моему, потолок общий, кстати. Да ладно. Это сушилка. А. Ну, такой еще номер вообще по сравнению с Занзибаром. Мы с этим вообще огроменный просто. Ух ты. О, thank you. Подержи, пожалуйста. Да. Покажу, девочка. Да, все, удивлюсь. Ага. Ага. Understand. А вот это? А, это good. Да, даже это вешалки, это есть, это такой сейф шикарный. Okay. Ну, классно. Ну, вроде да. Okay, ну что, классно? Ну, интересно. Не, ну здоровый, номер здоровый. Да, номер мы здоровый. В американских отелях в двух. Завади, помните, мы снимали, а Танзания вам не снимали. Танзания маленький номер. Танзания был номер вот такой вот, наверное. Вот. А ну, покажи еще раз. Ну, вот такой вот. От тебя, вот от Наташи, вот такой вот. Вот максимум. По-моему, одна кровать. Ну да, там была одна маленькая. Ну, она не. И класс да. не было вообще никуда. Мы все не, у нас была этажерочка. Этажерка была, помнишь, там из чего-то там слеплено, из каких-то этих. Ну, где? А Бог его знает. Может, там в дверях? В дверях посмотри, пожалуйста. А Бог его знает ключ. Да, ну, наверное, как они открыли так. Слушай, а посмотри, какой классный это. Смотри, извините, ключик рыбка написано Фунзи. Фунзи, Фунзи. Фунзи. Мы Фунзи. Кто такие Фунзи, народ? Классно это. Такие подставочки не, ну, для светильников. Отель, типа, супер, очень приветствие, дружеские. Ну, вот это сначала что-то не задалось. Почему она такая? Ну, вы поедете. Да. Не то, что не могли бы вы. Да, да, да. Без этого вам дадим бесплатный ужин какой-то, как бы договориться, да? Да. Вы нас ставят здесь, в известность. А потом, знаете, туда мы такие... Нет, дорогая моя. Ну что это за отдых вообще? День тратить на... Ну что это такое? День тратить с переезжанием, собиранием. Не, распаковываться. Да, конечно, это будет новый контент. Новый завтрак и новый зачем? Отель. Ну, как бы, ребята, вы и так с нами, да? Правильно? А что это за фигня? Кто-то что-то говорит. Ну, что происходит? Слышите вообще это? А ну, Наташа, идем, выйдем. Вообще же какая-то как велогонка происходит. О, смотри, это что же это? О, смотри, сушилочка. Да. Сушилочка. Как, подожди, так оно что, улетит, если улетит, ну, то улетит? Ну, прищепки. Мы взяли прищепки. Я взяла прищепки. Да? Да, я взяла. Слушайте, ну прикольно, зелено. Знаете, что хорошо от низа далеко. Если змея и заползет, то сначала она побывает в других. Фудзи, Шурузи. А там что такое оно увеличит? Магазинчик, что ли? Наверное. Как увеличивает? Подожди, стоп. Ага, вот.
Смотрите, магазинчик, да, вроде? Купанчики какие-то, это, ну, нормально у них там. В общем, отель мы нашли, ну, нашли на букинге, выбрали поблизости к пляжу, по отзывам, очень хорошо отзываются про этот отель, то, что он синий, ну, классно там с семьями, даже некоторые люди пишут, что тут классная такая атмосфера, что лучше провести день здесь, возле бассейна, чем на пляже. Посмотрим. Ну, посмотрим, как бы, ну, как бы я согласна, мы как бы дружелюбные, все это, но... Но приветствие было, да, не очень. Серьезно, это второе уже, первое мы вам просто, не знаю, не... Нас с такими лицами тоже в аэропорту встретили, как типа, я там начала вести съемку, потом... Меня, женщина такая, меня снимать нельзя. Ну, потом хорошо. Такая, надо спрашивать, у меня разрешение. Перед тем, как меня снимать. Так, все, я вытру. Нет, так, а подожди, она же перед этим не так все было. Это мы выходим, договорились о том, что будет табличка. Ладно, бог с ним. Вообще, никого она нету. Она меня узнала, потому что она смотрела мои истории. Ну, добрая, ладно. Она полукивком каким-то кивнула, да, и так продолжает свое движение. И я не понимаю, то ли... И вообще, да, типа, нас не существует. Не знаем, как бы. Мы нам идти с тобой, ты именно та женщина, которая нас встречает. Это, знаете, это было так... Не, что ты рукой машешь? Рукой вообще не было. Что, она да, не махнула она рукой. Вообще, она себя обмахнула. Наташа рассердилась. Не, ну, как-то... Это твое имя? Не знаю. Ты уже подобрешь ее? Сейчас, может, ей не будет, я наберу. А, Айвина? Мабуть. Точно? Ну, нет, мы вам не будем ничего негативного сейчас говорить, просто показали вам отель. Мы уже сказали. Да, рассказали вам, я же говорю, что предыдущие видео мы чуть ли багаж там уже не потеряли. Это видео в отель как-то это, ну, блин. У вас тоже такие приколы бывают. Или где-то там YouTube чувствует, что нам нужен контент и подкидывает нам чутка так. Ну, да, какой-то трешачок. Я покажу. Так, а что тут будет строить или этот заброшенный стойк? Ну, вообще так красиво, класс. Ну, конечно, пальмы, все. Пальмы, ну, знаете, вот сейчас дует ветерком. Мы когда ехали, такая была влага просто. У меня уже футболку, я чувствовала, что можно выкручивать. Так у нас сейчас есть. Не, ну, сейчас, слава богу, я понимаете, уже успокоилась, что у меня есть во что переодеться. Это же когда, понимаете, что трусы, футболка, носки мокрые. Ладно, носки фиг с ним. У меня даже, кроссов, у меня же тапок с собой не было. Вот так вот, ничего нас, Индия и Визер не научил. Так что, ну... Поплакались вам. Да, поплакались вам. Ну вот такой отель, вот такой номер. Что вы про это все думаете? Возможно, еще доснимем что-то, покажем, конечно же, будет завтрак. Надеюсь, будет океан и надеемся, что все будет хорошо. Вот наш вид. Кокосы. Бананы. Бананов нет. Он у соседа прикольная терраса или у соседей, не знаю, кто там живет. Да, ну, хорошая шикарно. Терраска. Ну, тут, наверное, номер-то подороже стоит. Кстати, попросили чемоданчик. Ой, чемоданчик. Я уже ку-ку. Стул попросили. Я уже вижу, что мальчик несет. Я тебе говорю, что он несет стул. Потому что мы хотим, ну, так вдвоем сесть. Ну, и да, да сесть. Что, нет террасы, нет куда. Что, я должна на кровать есть? Hello, yeah, please come. Thank you. Ну, девочка все достала, красотка. Thank you, good here. Thank you. Thank you, nice. Okay, bye. What is your name? My name is Leah. Лея? Окей, Лея, nice to meet you. Ольга. Ольга, and you? Наталья. Ну, Лея такая приятная, нормальная девушка. Thank you. Такая просто, по крайней мере, работает, когда просишь. Почему? Они так номер помыли, мы вам не показали. Короче, здесь просто были лужицы такие. Мы такие, блин, может, тут лягушки заведутся. Так Лея пришла, быстро постаралась высушить. Тут видно, когда номер моют, да, тут такие, как бы, камни. В них небольшие лужицы. Так что, ну вот, уже повеселее, два стула. Не, нормально так, как бы сейчас. Все, вообще... Лечка мне все рассказала. Да? В соседнем номере пока никого нет. Пока никого нет. Так, прочекаем соседний номер, может, там лучше просто переедем туда. А, нет, смотри, там, наверное, на какие-то джунгли, каменоломни, у нас на бассейн, так что у нас нормальный вид еще. Ой, спасибо, все, вот сейчас меня немножко попускают, потому что вот этот нерадостный... Да. Ну, не то, что нерадостный, какая-то игра неприятная, мне такое не... Знаешь, да, снова такие. Сейчас, народ, мы не жалуемся, но реально, что это такое? А на восьмую ночь выезжаете нафиг, тратите свое время, тратите свой последний день, какой-то другой отель, оттуда в аэропорт едете. Что? Да не, ну нафиг. Сейчас я немножко ржу. Наташа в шоке. Смотрите, какая фигня у нее здесь. Бля. Тихо. Да сейчас мы ее
кинем куда-то. Куда, на голову? Ну, такая которая... приличная такая она. Ну, не знаю, давай это, как ты говоришь, обезьянка я это боюсь, досела в сафари. А это, ну, в кулек не... давай вынесем, отправим ее куда-то погулять в джунгли. А чего там вот, которая... Тоже такая немножко в шуме. Привет, друзья. Ну что, не волнуйтесь, скалопендру аккуратно сняли, там Наташа пластиковая ложечка, я пакет поставила. Все, ее убрали из номера. Наташа легла спать, а я вышла здесь сама. Ну, кушать хочется. Сейчас посмотрю, что можно здесь купить. Ну, покушать. Покушаем в ресторанчике. Вот такой ресторанчик. Так что с вами сейчас все узнаем, все посмотрим. Конечно, сильно вентиляторы гатят, но очень жарко, без них никак. Такой бассейнчик красивый. Ну, сейчас все посмотрим. Меню уже принесли. Ну вот, из такого меню, смотрите, салаты есть, да, салаты, ну, разные салаты есть, от 700 до, господи, меню распадается, до 1200. Слышите шум, там что-то вот ремонтируют, как раз у нас под номером, отлично, ну, выспаться так не очень днем. А дальше есть, значит, разные ризотто, всякие, я так понимаю, какие-то, что углеводное такое, 1400-1600. И дальше уже, значит, сифуд, всякие рыбки. Дальше есть и филе говядины. Ну, уже такое цена, конечно, от 1200 до аж 4500. Но это прям полная тарелочка всякого, всякого морского такого объедения. Кстати, вот пока сидела, поговорила с Джастином, обещал, что сейчас стукать перестанут, но ремонт, к сожалению, здесь идет небольшой. Смотрите, здесь у всех столиков название комнат. То есть вот на завтраке, вот наше место, Фунзи. Как раз официант еще спросил, с какого я домика. Ну, никого как бы и нету сейчас, можно сесть. Но вы посмотрите, за какой столик я села, вы сейчас просто офигеете. Просто у нас еще название комнаты просто супер. Ну, как вам сказать, название необычное, конечно. Комментируйте, но не зло, пожалуйста. А вот название «Мафия». Вот, ну, нормальное же название «Мафия», нормальное. Еще какое-то киваю, трудночитаемое. Ну, да, но тот столик, за которым я села, я посмотрю, кто завтра за ним будет сидеть. Пока ждем курицу с вами. А, собака ко мне пришла, ну, так ее зовут. Привет! Ко мне пришла курицу поесть тоже, да? Привет, ну ладно, давай. Наверное, скучно было. Она лежала там на солнышке, пришла сейчас. Единственное кресло, которое занято, это мое. Вот, пришла, улеглась у меня. Ну, будем вместе курицу есть, что делать. Вот, принесли мне уже курочку в кокосовой приправе, рисик к ней. Ну, классно, все, стоит 1200, это 7,7 долларов. Куча приправ к ней идет. Лично я уже проголодалась. Водичка так манит, прям хочется уже запрыгнуть туда. Ну ладно, вот может Наташа как поспит. Так, пойдем еще на океан сходим. Ну пока, всем хорошего дня, мне приятного аппетита. До скорых встреч.